Что по игре можете сказать? Мы проиграли по пенальти. Как игру в целом оцениваете? Ну, на самом деле, я думаю, для зрителей матч получился очень интересный, хороший. Мы сами получили удовольствие от футбола. Вот. Единственное, что обидно так проигрывать, да, игра была упорная. Иван Грошев подошел, сказал, что они смотрелись лучше, хотя я считаю, что дело все в тактике. Они выбрали более атакующий футбол с пятым играющим вратарем, а мы выбрали более защитный на контратаках. Думаю, все получилось, что у них, что и у нас. Единственное, что у нас не получилось выиграть. Было несколько штрафных 10-метровых у вас нереализованных как-то? Ну, как говорится, что пенальти, что 10-метровые, это все лотерея. Два раза нам не повезло. Какие у вас планы на будущее, на круг, на весенний? Сейчас сядем в раздевалке, обсудим. Я легионер в энергии, на весенний этап у энергии свои задачи, у меня свои. Посмотрим, что будет на зимнем кубке на паркете. Возможно, они меня опять позовут, и я буду играть за них.